Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Minecraft Dungeon. Один из подписчиков написал: Рэй, зайди в игру, там у нас появились новые уровни. Ну что же, я зашел, давайте смотреть, какие уровни. Так, а нам нужно к кузнецу подойти. Может быть, что-нибудь здесь сделаем? Получили меч. Окей, давай еще что-нибудь. Кинжалы. А еще лук. Точнее, это даже арбалет, быстрый причем. Получено, мачете. Погоди-ка, мачете, это все, конечно, хорошо, это все понятно. А вот здесь вот превосходная пшеница. От этого элемента головокружительно пахнет. Просторными полями, горячим хлебом и свежескошенным сеном. Мощь 22. Интересно, а зачем оно мне нужно? Ну-ка, дай-ка я, пожалуй, гляну. Призывает ламу, которая помогает вам в бою. Редкая, 22. Слушай, а у меня песик 20, обычная. Слушай, ну, наверное, будет лама получше. Тут 45 урона призыва, а здесь 48 урона призыва. Угу. Вот сижу теперь и думаю, что же сделать. Оставить нам нашего волка или же все-таки взять ламу? Интересный вопрос, конечно, встает. Так, ну, во-первых, я могу вот это вот все разобрать. Лишнее, да? Оно нам тут нафиг, как говорится, не нужно. Пускай не захламляется. Луки эти всякие древние. Тут, ребят, недавно решил поиграть, да? Найти секретные уровни, которых очень много у нас в игре появилось. Я так ни одного и не нашел. Где их искать? Просто ума не могу приложить. Слушай, а что у нас тут? 17 атаки, а мачете наносит 19. Урон в ближнем бою 27, а у нас 37-54. Странно. Мачете даже лучше. Так, быстрый арбалет. Урон в дальнем бою 12, а у нас 20 на 3. Так что разбираем, даже не задумываемся. Вот насчет ламы я даже не знаю, что нам делать. Ладно, пока оставим. Так, ну и началось то самое, зачем сюда зашел, посмотреть. Вот, ребята, вот наш материк, который вы помните, да, который мы с вами прошли. Ну, не прошел я, естественно, только вот секретные миссии. Но не получилось у меня, ребят, найти. Я рыскал, искал, что-то там пытался, но безуспешно. Ни одной секретки я не открыл, к сожалению. Можно, конечно, посмотреть, как люди другие играют и повторить, но это как-то не то. Ну, а мы с вами, естественно, отправляемся вот сюда. Загружаемый контент. Суровая зима, это, видимо, еще только будет. Ну, а у нас с вами темные джунгли. И потом вот это вот должно открыться. Темные джунгли, да? Рекомендованная сила 39, ваша мощь 18. Так, погоди-ка. Меня сюда не пустят, что ли? Или как это вообще? Как это понять? Чего там написано? Ниже минимального уровня сложности. Ну вот, приключение 2х. Сброс принадлежностей, артефакты, тотем регенерации, вкусная кость, неизвестно. Ладно, ребята, как говорится, что гадать, надо приступать. Темные джунгли. Ё-моё, ты посмотри, кто здесь, ребят, смотрите, какие зомби, зомби-растения какие-то. Я думаю, сейчас будет очень жестко, очень тяжело, тем более я еще давно не играл. Надо привыкнуть, надо все вспомнить, взвесить, ну и, естественно, контролировать. Тут у нас, смотрю, какие-то лучники, тоже какие-то аборигены. О, даже смотри-ка тут, гепард. Да, сфера господства разбита. Но ее осколки, не утратив своей мощи, разлетелись по всему огромному верхнему миру. Один из них упал в густых джунглях. И теперь под их сумеречным пологом пробуждается к жизни новое зло. Этот осколок – источник тлена, его необходимо уничтожить, чтобы избавить эти земли от зловещего влияния сферы. Вот так вот, исследуйте джунгли. Ну что, ребят, я пошел. Так, мне бы вспомнить, какие кнопки за что отвечают. Ага, Ешечка у нас под хил, М – это карта. Что это за музыка такая? Ладно, шутки в сторону, ребят, серьезная игра, так что будем начеку. Новые виды монстров, неизведанные, но этого мы знаем. Тихо, тихо, лучники.
Давай, давай, давай. Что? Я его даже пробить не могу. Так, давай-ка мы... Зомби, отвалите от меня. Мне надо как-то эту алебарду, мне кажется... О, новый уровень, ребята, я получил. И это шикарно. Песик, ты молодец, красавчик. Допекаешь этого лучника, так ему и надо. Ну что же, мы с тобой получили уровень, значит... Значит, можем прокачаться потихоньку, да? Слушай, а нам прокачивать-то, по-моему, и нечего. Ну как так-то, а? Тихо, кто-то идет. Я слышу, что кто-то где-то шуршит. Лучник тут. Буяни, дай-ка я яблочко съем. Карту глянем с тобой. Так, вот сюда надо все-таки прогуляться. Что это у меня там стрела-то во лбу была? Надо открывать карту полностью. Дай-ка эту пантеру вот так вот уничтожу. О, еще взрывчатку мы с тобой подобрали. Смотри-ка, это какая-то статуя. Статуя какого-то аборигена. Что это за рев? Кто сейчас там кряхтел, а? Как ненормальный. Ну, пойдем проверим. Я не могу здесь подняться. Главное все делать аккуратненько. Ой, ну и с этим можно и так разобраться. Довольно все легко и просто. Здесь, я думаю, тоже никаких проблем не должно быть. Не будем просто тратить с тобой вот эту вот взрывчатку. Две у меня уже. О, паучки. Родненькие мои. Как же я по вам соскучил. Так, тихо, вот здесь вот, наверное, одну мы с тобой бросим. Бумкнуло-то как, а, не кисло. Жалко песика, конечно. Забомбили моего, ну ничего страшного, я могу. Нет, я сейчас не смогу его призвать. Еще пока в откате, ну, зато мы с тобой можем вот здесь вот пособирать алмазики. Так, дай-ка я карту гляну по брику. Все, значит, нам нужно двигаться только лишь вверх. Поэтому погнали. Подожди-ка, а почему это я разве потратил две взрывчатки? Одну же бросил. Странно. А у меня потратилось почему-то две. Что-то мне это совсем не нравится. Вот это, кстати, надо было поменять, друзья мои. Это плешивый посох. Это кто-то там шуршит? Я сейчас, кстати, попробую поменять посох. Он мне вообще здесь не нужен. Он мне здесь не нужен. А что же нам взять? Так, это у нас целитель душ, лечит союзников. Вот так вот мы с тобой сделаем. Если что, лучше хильнуться. Поверь мне, лучше хильнуться. Воу-воу-воу-воу. Какие-то амазонки тут, ё-моё. Ну, естественно, зомби-амазонки. Песик, давай, мне как-то с тобой спокойнее здесь, поверь мне. Кто-то в него уже там стреляет. В атаку, в атаку, в атаку. Не даем этому хлыщу тут разгуляться. Вот и все, готов партизан. Ну, мне нравится, ребята, как тут все выглядит. Довольно прикольно. Так, лучники думают, я их не... Опа! Из-под тишка, думаю, откуда стрелы летят? А вон там он шитик как раз был. Надо периодически поглядывать на карту. Обязательно. Все, ребята, локации, все закутки нужно проверять. Потому что мало ли здесь какая-нибудь тоже секретка будет. Обычно они вот любят. Вот здесь вот, видишь? Ящичек был. А его так и не увидишь поначалу. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, хильнемся маленько. На всякий случай. Лучше будет фул хп, да? Так, а этих партизанов... Слушай, они, по-моему, отравленными стрелами стреляют, да? Видишь, они зеленым ядом переливаются. Скорее всего, да. Это все дело мы с тобой забираем. Куда-то я пошел, по-моему, не в ту степь. Хотя нет, все... Ой-ой-ой-ой-ой, зачем так делать-то? Нельзя смотреть на карту, друзья мои, когда рядом враги. Лучше замочить всех и быть на 100% уверенным, что все здесь тихо и спокойно. Слушай, что-то как-то вот подозрительно, да? Такое местечко, вроде бы как бы можно под водопадиком пройти. И в то же время не пускают. И вот не пойму, зачем вот здесь вот эти вот пантеры? Просто так, для красоты? Так, подожди, как кнопку надо. Надо всегда держать на готове кнопку Е. Чтобы хильнуться в нужную, ребят, секунду. Так, этих мы с тобой забомбим. О-о-о-о, целая куча крипов бежит. Ну, мы их быстренько тут почикали.
Пёся, тебя убили там, что ли? Ну, точно, этот зомби его подбил, а? Пройдоха, зомбарь. Так, паучок. Ну-ка, вот так вот тебе. Давай глянем на карту. Ой, можно, кстати, я вот здесь, наверное, пройду, обсмотрю эту территорию, а потом уже пойдем в ту сторону. Противный зомби, что он там сделал? Паутин? А, это паук. Паука ты и не разглядел в начале. Вот это заклинание неплохое, ребят. Я тебе сейчас даже покажу, что оно делает. Ну вот, предположим. Видишь? Вот такая вот грядострел идет и в то же время отталкивает врага. Алмазики. Все четенько. Ну, по ходу дела, мы здесь полностью с тобой проверили. Давай-ка глянем, да. Опять идем с тобой наверх. Песик, выходи. Песик вышел. А мы идем потихоньку. Так, нам нужно хильнуться обязательно, ребят. Здоровье-то практически ни шиша уже не оставалось. Слушай, надо было, наверное, нам взять все-таки ламу. Посмотреть. Да? Что она делает? Ну, для этого надо было брать сток сена. Я вообще куда иду-то? Все отлично, все хорошо. Я просто не думал, что мы так далеко с тобой ушли. Забрели в эти джунгли. Ну что ты там стоишь? Получил свое? Вот, вот против скопления вообще идеально, кстати. Отталкивать все как надо. Бомбим, 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 бомбим. Не останавливаемся. Смотри, тут целая рать идет. У нас сколько с тобой стрел? О, со стрелами-то, кстати, беда. Беда, беда, огорчение, я бы так сказал бы. Да что ж такое, там слишком много. Пёся! Ай-яй-яй-яй, глупых. Глупых, уже завалили, да? Нет, живой еще. Еще пока бомбит. Уходим. Так вот, бомбим. Я тут ничего не пропустил? Ну как же не пропустил? Это кто такой? Вот это мой пес, блин, весь в этих стрелах. Я думал, что за какой-то динозаврик тут вылез. Не признал родного. Не надо тут отравлять меня. Арбуз. Раньше не было арбуза. Но забомбили. Так, пантеру, пантеру эту валим. Надо постоянно контролировать. Я когда, ребята, на уровне сложности самый максимальный проходил, пытался пройти, да, дополнительные уровни. Точнее, не дополнительные, а простые уровни. Ох, какая же там жесть, ребята. Я просто не думал, что есть такой уровень сложности, когда тебя с двух ударов просто могут снести. За любую твою ошибку карали здесь просто по-жесткому. И я сделал выводы, что на харде эта игра может показать просто колоссальную сложность. И, конечно же, вот обидно, что мы с тобой уровень получили, а потратить мне очки некуда. Согласись. Ой, это же взрывник был только что. Сейчас бы подорвался, вот было бы весело бы. Ну, как же вы меня бесите, а? Броневики. Фиг пробьешь их. Взрывчатку дали, отлично. Подожди-ка, мы посмотрим сейчас. А мне точно сюда надо? Может быть, надо было вот тут обследовать? Ладно, сейчас мы здесь прогуляемся с тобой. Ничего от этого страшного не случится. Но подбили. Так, зомбарь пошел прочь. Хильнемся. Да это чтобы не мешалось, ребята, мне эта взрывчатка отвлекает очень сильно. Надо поглядывать на карту. А, ну да, в принципе, мы с вами не пожалели, что сюда пришли. Мы просто откроем с вами территорию. И нам будет немножко попроще. Так как будем уверены, что здесь ничего хорошего для нас нету. Но локация прикольная. И вот эти вот пумы, что здесь лазят, или гепарды. Скорее всего, это гепарды. Пума, она же черная, а гепард у нас в полосочку. Крапинку, точнее. Ну что, здесь мы с тобой все проверили. Давай тогда сваливать. И мне кажется, что будут тут какие-то гигантские растения. 100%. И босс. А босс, вот интересно, кто будет. Если мы с тобой убили того вредителя, да? Ну, правда, он был не виноват, что он
получил этот скипетр власти. Но все-таки, все-таки, ребят, мы его наказали. Ух ты, кнопочка. Что? Что? Тихо ты, что? Блин. Крипы. Да я возьму взрывчатку. Тихо ты. Господи, у меня за руя. Вы погибли, блин, минус одна жизнь, ребята. Ну ты прикинь, а. Как они меня сейчас подкололи. Блин. Минус одна жизнь. Я взрывчатку вроде кинул, но я, наверное, от нее-то, в принципе, и взорвался, да? Получается. Где они тут? У меня еще и стрелы закончились. Замечательно просто. Все. Пёся, спасибо, что помог мне. Давай, давай их колбасить. Все, открылись ворота. Да, сундук мы с тобой зарабатываем. Зелье силы. Мне бы лучше бы, конечно, стрел бы дали вы. Стрел у меня, как видишь, нету. Я могу, конечно, вот так вот применять свои заклинания. Но все равно хотелось бы именно стрелы иметь. Магия, она закончилась и все. Как говорится, и пиши пропало. А со стрелами можно еще тут побомбить, пострелять. Причем довольно неплохо. Будем с тобой зарабатывать опыт на всем. На всем, что только можно. Бомбить этих гепардов, нажимать вот эти кнопки. Еще одна кнопка. А, видимо, вот эти вот ворота сейчас откроются. Давай проверим. Наверху? Ладно. Сходим с тобой наверх. Пёси, выходи. Ага, вот она, заветная кнопочка. Да ну, хорош. Крипы опять, что ли, нет? Нифига там. Давай, давай, пёсик, быстро, быстро они, конечно, ушатали его, а? Пса-то. Что это такое? Деревянная броня, зачем она мне? А как вот здесь вот попасть? Ну-ка, еще надо кнопку нажать. Твою же налево. Пес, ты где? Оу! Это я чудом успел. Так, внизу сундук, я смотрю, лежит. Давай-ка мы этих с собой забомбим. Главное, чтобы не было здесь крипов, которые взрываются. Открыли, замечательно. Так, идет на меня зомбик здесь. О, еще сундук один. Так, пантера, ты куда? Взрывающийся арбалет? Ну, это обычный, да? Был бы уникальный, да, был бы... Слушай, погоди-ка, ну как вот здесь вот попасть? Ты видишь? Здесь закрыто, но какая-то... Какая-то должна быть отгадочка. Интересно. Пройти я туда не могу. Может быть, вот эта кнопочка? Точно, ребят. Точно, точно, эта кнопочка. И опять, опять. Лучники на этот раз. Лучники — это ерунда. Ну что же там, песик мой опять уже получил, да? Звезвелей. Так, паук, ты достал. Фиг тебе. Заколбасили. Вот и еще один сундук. Так, что у нас тут? Зелье ускорения. Понятно. В общем, здесь мы с тобой всех победили. Погнали дальше. Эту я не добил все-таки, в тот раз она от меня убежала. Новая цель. Исследуйте джунгли. А я чем занимаюсь? Я, по-моему, только этим исследованием и занимаюсь. Связаны одной цепью. Дождик, ребята, надвигается, слышите, там гроза гремит. Ну, я имею в виду в игре. Да, вы должны были услышать этот звук прекрасной грозы. Под грозу, кстати, очень хорошо спится. Дай-ка я гляну карту на всякий случай. Опачки, отвороточка. А вот это тогда что, просто так? Заманушка небольшая. Ладно, я схожу, мне... Я взрывчатку бросил.
Фига он... Я не понимаю вот это, ребята, дело. Бросил ее с какого припуга? За 3-9 земель-то он выкинул мне взрывчатку. Объясни-ка мне на милость. Я хотел в эту толпу шибануть, а он взял ее куда подальше запустил. Молодец. Так, завалили, да? Что у нас тут? Песик мой. И больше здесь ничего нету. Мне вот просто иногда кажется, что вот эти вот отвороточки всякие, да, имеют какой-то... Как тебе сказать? Какой-то смысл. Ну, не просто так. Хотя, фиг его знает, может быть, для красоты, чтобы ты не шел чисто линейно, да? По одной дорожке. А вот тебе замысловатая загадочка. Сходи и посмотри там. Паук, ну... Так, связали, забомбили. Бомбанули. Так, ну что ты тут бегаешь? Так, это обычный, да, обычный зомби. Куда ты вылез только? Ну да, карта такая, коварненькая немножко. Опа, опа. Хорошо, что он... Смотри, смотри, а, так они... Подожди, так мне... Помогают они? Они помогают, оказывается, друзья мои. Я думал, что я их должен уничтожать. Ой. Так, что-то я тут не помню, что это такое. Ой. Смотри. Тут какие-то растения появляются. Очень серьезные. Ладно, мы их забомбим. Что там взорвалось? Крип наверняка был, да? 100% тебе говорю, что это он был. Ну-ка глянем. Давай сюда, наверное, да? Пройдем в этот закуточек. Ой, это взрывной. Со взрывными лучше не шутить. Ну-ка. Сдуло ветром. Да чтоб тебя. Пошли прочь, как говорится. Нормуль. Так, здесь попробуем так забомбить. Все, отлично. Но зачем вас столько много-то? Для чего? Что вы тут прикрываете мне? Путь вот этой пантере? Ладно, фиксим. Главное, что мы с тобой опыт получаем. Для меня главный опыт. Сколько у нас там еще осталось-то до уровня? Я же забыл. Вот это, по-моему, да, шкала у нас указывает. Кто там захрапел? Храпун какой-то был. Ладно, здесь, короче, ничего интересного нету. Давай посмотрим. Надо нам сюда зайти еще и потом. И потом, я не знаю, вниз пойдем. Какую-то круговую с тобой делаем здесь. На тебе, на. Так, бомбим по всем. Сколько стрел у меня? Стрел опять же мало. И это плохо. Ой! Твою же налево, блин, крипак был. Хорошо его пантеры завалили. Не успел он там бахнуть возле меня. Так, давай-ка сюда зайдем. Глянем просто с тобой-напросто, что тут у нас. Тут опять лучники. И кувшин, да, там у нас стоит. Сейчас я его тоже открою. Ну, здесь обычно всегда бриллианты в этих кувшинах. В сундуках у нас может быть хлеб, может быть стрелы, а в кувшинах именно брюлики. Так, тихо-тихо, не дергайтесь, не дергайтесь. Так будет не больно. Я их уничтожаю только ради опыта. Так бы я их даже не трогал бы. Давай-ка посмотрим. Угу. Ну что вы тут мешаетесь мне, а? Кусты. Так, я могу сюда? Нет, подняться я не могу, к сожалению. Сейчас я с этим разберусь. Я как только... Ох ты, новая, ребята, броня. Ну как новая, я такую видел, но... Или не видел. Так, крип, подожди-ка, подожди-ка, это же взрывной. Фух, успел. Вот взрывные, мне кажется, это самые опасные. Которые подбегают и взрываются. Очень много здоровья отнимают. Вон он, бегает. И как ни удивительно, здесь нет никаких шаманов. Ну, я имею в виду не только шаманов, а магов. Крипак взрывной. Почему-то пантеры именно за ними охотятся. Ты заметил?
Еще один. Так, отойдем. Отойдем, говорю. Оп-хоп-хоп, и сразу сматывается. Смотри-смотри-смотри. Уйдем нафиг. Слушай, или это не взрывные? Не взрывные. Нет, ну с одной стороны хорошо, что они мне помогают. Так, ладно, фиг с ним. Куда вот нам идти только, я не могу понять. Стрелы кончились, я очень этому рад. Ну, в кавычках, конечно же. Так, взрывчатку подобрал. Пися, выходи. Нам с тобой тут нужно прогуляться маленечко. А указатель нам вообще куда показывает идти? Никуда, да? Его просто-напросто здесь пока нету. Так, вот тоже, кстати, из-за преград, да, ты когда дерешься, ты не можешь увидеть этого крипака взрывного. Начнешь его убить, он взорвется, и все, и крышка тебе. Так что лучше, когда ты видишь, с каким зомби ты именно дерешься. Зомби или врагом. Так, вот сюда вот можно бросить взрывчатку, я думаю. Вот он, смотри, видишь, бежит. Гад мелкий, наконец его там уничтожили. Так, у меня пес-то где? Моего пса уже нету здесь в живых. Нагината. Наказываем всех. Ладно, не буду я этих пантер уничтожать. Раз они мне помогают, пускай живут. Тем более опыта за них дают не так уж и много. Тихо-тихо-тихо идут. Там крип взрывной. Вот он бежит. Оп-оп, увидел пантеру. Сразу с матки начал делать. Пока там разбирается, давай посмотрим. Ну да, ребят, здесь тупик будет. Надо вот только единственное сюда зайти и немножечко приоткрыть карту. Так, это взрывной крипак. Дай-ка я так вот сделаю. Вот, наконец-то у нас появились стрелы. Так когда же я уровень-то получу следующий, а? Что так долго? Хотя смысл мне, ну, получу я этот вот уровень, а толку от этого никакого не будет, потому что мне нечего прокачивать. Или все-таки есть чего? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Так, доспехи улучшить, да? У нас всего лишь два очка улучшения. А, кстати, вот этот костюм. Что там, доспехи Оцелота? Здоровье 105. А у нас здоровье 96. Так, поглощение урона 35. Так, ускоренный перекат 50. Ну, я перекатами не особо, ребята, как говорится, люблю делать. Поэтому не надо мне ничего улучшить. Слишком дорого написано. Слишком дорого. В общем, в любом случае мне нужно получить уровень. Так, и все время забывай подкрепляться, подхиливаться. Так, зайдем с тобой сюда вниз, прогуляемся. Уж больно мне интересно посмотреть, что там. Ну-ка. С этими разберемся сейчас. Да блин, они мешают мне просто тут гулять, понимаешь? Песик вот, ой, песик, пума, если бы вот ты мне, точнее пантера, если бы ты мне еще помогала бы валить не только этих шитиков, да? А еще и вот этих вот лучиков. Цены бы тебе не было. Так, всех тут распинал, получается, да? Ну да. Тогда пойдем прогуляемся вниз. Я знаю заведомо, что тут ничего не будет. Но мало ли мы что-нибудь с тобой найдем. Может, какой-нибудь предмет выпадет нам уникальный. Из уникальных у меня только что броня и все. Хотелось бы получить какое-нибудь оружие. Любое, нет, ну лучше, конечно, какой-нибудь, я не знаю, лук уникальный, да, с супер-пупер прокачкой. Кстати, еще немножко, и у нас левел ап будет. Совсем капельку осталось. Ну, отдуплись. Ох ты, это что за, это что такое? Ой-ой-ой, это кто такие, что они такие жесткие-то? Вот ты посмотри, что творит.
Это серьезные типки. Я не могу, прикинь, я им урона практически не наношу. Доспехи охотника. Пёси, выходим. Сундук, видишь, не зря все-таки шли с тобой. Хоть что-то мы с тобой заработали. Даже пускай немножечко гемов. Теперь вот сюда пойдем. И как всегда в конце будет ждать нас босс. Но единственное, что плохо, мы с тобой одну жизнь потратили практически за даром. Ты понимаешь, да, почему? Потому что появился крип, и я бросил взрывчатку. Единственное, я не разобрался. Можно, конечно, будет это посмотреть потом мне на повторе. Кто меня подбил? Крип или я все-таки сам на своей взрывчатке подорвался? Ё-моё, я не сюда зашел. Надо немножко подальше пройти, и уже там будет у нас поворот. Вот сюда. Так, пантер я трогать не буду, я уже пообещал. Ну, если нечаянно попадет под удары, ничего страшного. Я имею в виду целенаправленно бомбить, я их не собираюсь. Что-то смотри, опять у нас шкала здесь немножко уменьшилась. Правильно хоть идем-то? Ну, в принципе, правильно, можно пойти. Кто там был-то, я не могу понять, даже не увидел. Скелет-лучник. Так, накумарили. Ох, ё-моё. Вот об этом я тебе говорил. И сам же сделал эту ошибку. Начал драться с врагом, не видя, кто там. А мы с тобой получили новый уровень. Получил, соответственно, очки зачарования. Так что давай, наверное, прапаемся. Доспех, или все-таки на Гената прокачать? Перезарядка 3 секунды. Нет, я, наверное, все-таки прокачаю на Генату. Или даже лук. Можно лук прокачать? Шанс срабатывания 40%. А я не могу, он максимально прокачан. Доспехи. Скорость атаки в ближнем бою и дальний бой плюс 30%. Вот так вот, ребята. Бешенство. Третьей ступени. Погоди-ка. А зачем вы здесь появляетесь? Для чего? В чем ваш прикол, а? На растение. Ладно, я пошел, короче, сюда. На разведку. Тут все довольно тихо. Дай-ка я гляну по карте. Ага, тихо, опять этот крипак взрывной. Он не один. Он там был не один. Подожди-ка, а это, по-моему, оказывается не уровень, да? Вот это вот столбик, это что-то совсем другое. Уровень вот у нас. Шкала идет, а это заклинание, наверное, ну-ка проверим. Да, да. Это у нас заклинание, манна. А вот это вот на уровень. Не туда немножко смотрел. Ну ничего критичного такого нету. Я же говорю, давненько не играл, поэтому можно позволить себе немножко где-то ошибиться. Ну что же, остается странно, смотри-ка. А, вот сюда мы можем сходить. Ладно, я, наверное, вот здесь вот заверну. В ближайшее. Жалко, что здесь нельзя сделать карту где-нибудь в уголочке, да, чтобы смотреть ее. Обязательно нужно переключаться. Но... Ой, крипак, ё-моё, блин. Такой заварухи, вот и не увидишь его. Подойдет, гаденыш, и хлопнет. Вон он, видишь, что происходит. В этой мясорубке можно очень легко сфейлиться. Ну, что-то застрял-то там, не могу понять. Стрелы, отлично. Подбили. Вон он. Яблочко. Сгодится. Так, совсем капельку. Тут осталось нам прошмыгнуть. Тут почему-то одни крипы. Успел я его бомбануть. Так, здесь опять эти кустарники. Слушай, ну на них неплохо уровень зарабатывает. Они ничего тебе не делают, просто преграждают путь. И в то же время, смотри, мы уже сколько заработали с тобой опыта. А недавно буквально получили.
Ага. Главнокомандующий тут лучников. Сейчас мы его завалим. Все тут пробомбили. Уйди отсюда. Я, кажется, понял, друзья мои. Смотрите, я через эти вот кактусы, да, лианы, бомбить не могу, стрелять. А враг может. То есть мне приходится их вначале прорубить. После этого я могу наносить атаку. Вот в чем подвох. Веся, давай, выходи. Пес мне помогает, валит кактусы. Ну или лианы. Так, тихо, тихо. Их очень много, и они начинают уже меня раздражать. Ну, и музыка такая монотонная. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это же крипак, ё-моё, крипаки! Фух. Чудом успели убежать. Пантера, просыпайся, там крипак. Ты же любишь его бомбить? Пожалуйста, забомби его. Ну? Тихо! Твою ж налево, блин! Еще бы чуткаря, я бы все, ребята, еще одну жизнь бы потратил. Где мой песик? Опять уже убили его? Несчастного, бедного, бедолагу. Да хорош тут уже елозить. Быстренько глянем. Так, вот это надо проверить. А основная дорожка идет вот сюда. Все, я понял. Возвращаемся обратно и проверяем с тобой ту территорию. 23-й уровень всего лишь. Так мало. Крипаки. Раскумарили. А здесь тоже все отлично. Так, тихо, 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 тихо. Не надо. Что дальше? Так, ну здесь у нас получается все. Мы соединяем эту дорогу, да? Иди отсюда. Почти половина 20, ребят, 4 уровня. Уже накопил. Такими темпами, если все пойдет, мы сегодня получим с тобой, наверное, 24 уровень. Такой шанс есть заработать. Так, это что у нас? Подобрал доспехи охотника. Это классно. Доспехи охотника. Кто там стреляет-то по мне все? Ага, зелье. Что вы тут стоите, бедолаги? Чтобы не кучковались. Это вам в наказание, так сказать. Что-то давно сундука никакого у меня не выпадало, не доставалось. Вообще ничего, а? Здесь проверили. Вот этот закуток сейчас с тобой обшмонаем. И все, в принципе, можно будет идти в нужном для нас направлении. И по ходу дела, если мы с тобой этот уровень пройдем, нам откроется следующий. Надо будет потом заценить, что там. Ну не сегодня уже, наверное. Тихо, крипак. Блин, он активируется, как только видит меня. Какой-то бешеный чувак. Еще один. Упс, а у меня стрелы кончились, ты прикинь. Придется заклинаниями пользоваться. Все, нет? Вот он. Эй! Твою же налево, откуда он вылез? Из кустов откуда-то. Опасно, опасно так все это. И вот эти статуи меня, ребят, напрягают. Регенерацию я получил. Чего-то она просто так, для красоты. Путешествие в джунгли. Давай, ну что, мы выходим с тобой на основную дорогу и идем. Это где-то здесь. Песя, вылази. Да что, паса? Порубашу, ведь все равно все. Сдерживают они меня, типа. Классно, да? Так, валим, валим, валим. Подожди, почему у меня нету? Я же думал, подкрепа нету. Все отлично, все у нас есть, все хорошо. Этих уничтожаем.
Опять пса забомбили, а? Пес, ну почему ты такой слабый, а? Ну почему? Вот объясни мне. Нет в тебе духа Рея, нету. Духа Рея. Идем. Тихо, мы в джунглях, у нас вылазка. Так, ё-моё, я уж подумал, что это взрывной крипак. Ну нет, это обычный. Заклинашечку. Все. Идите по проходу. Пойду обязательно. Если другу... А вон крипак, он там убегает от пантер, поэтому... Мне здесь пока все окей. Ой! Твою ж налево, я только сейчас увидел, что там... Ты видел, что? Растение. Так, а это что такое у нас? Зелье ускорения. Растение, которое плюется. Оно очень большое, вот оно, смотри. Кто там, блин? Твою ж налево, это кто такой? Что за конники? У меня заклинаний нету. Представляешь? Всадник-скелет. Мало того, что он всадник, он еще и лучник. Так, ладно. Иди сюда, всадник-скелет. Блин! Еще минус одна жизнь. Ах вы... Где они? Песи, выходи. Че у тебя там? Заглючил, что ли, всадник? Ай-яй-яй, ну почему же тебя раньше так не глюкануло-то, а? Твою ж налево, из-за тебя целую жизнь потратил. Ай, ребята, огорчение-то какое, а? Три всадника меня распинали, и стрелы у меня не было, понимаешь? Я бы его так стрелами хотя бы издалека бомбил. А у меня этого ничего не было. Да, глупо, конечно. Глупо и грустно, потому что мы с тобой... Можем погибнуть, ведь босс будет наверняка уровня-то. Он же здесь присутствует, 100%, тебе говорю. Крипака, правильно, крипака надо валить. Пантеры, так и делайте в дальнейшем. Давай, давай, уничтожаем. Нормуль, опять. Блин, я не понимаю, что они так бомбят на меня? Чересчур уже мощно. Что это за зелье? Какое зелье отравления? Так, отходим. Нормуль, отлично, забомбили. Эх, жалко, здесь нету возможности где-то поднять левел-ап или еще что-нибудь, да? Но я именно не левел-ап, а именно жизнь найти. Сундук. А что это там в нем? Какие-то плюшки. Я подобрал рукавицы. Да ладно, ты хочешь сказать, что здесь еще пещера будет? Что же мне делать? Идти в пещеру или же все-таки... Давай зайдем. Давай с тобой зайдем. Песика только вызовем. Получил свое? Кнопка. Погоди, и что? Ага, вот так вот. Ладно, разберем этих щеглов. Но в подземельях обычно, ребята, применяется еще босс. Какой-нибудь маленький данжевый. Это у них присутствует здесь. И все вот эти вот стрелки тут с отравлением. Так, что мы тут активируем? Можно я гляну? Ага, никаких отвороток нету. Просто идем по прямой. Нет, 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 нет. Уходим, уходим, уходим с тобой. Вот так вот, ты понял, что делается? Попали бы сейчас. Куда я упал-то? В плане? Я думал, здесь нельзя провалиться. То есть я еще минус одну жизнь, что ли, потратил? Да вы серьезно, что ли, блин?
Так, сундук. Давай, 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 все плюшки мне. Да нет, не мог я потерять жизнь, хотя мог бы, наверное. Раньше нельзя было упасть ни в какую лаву. А тут смотри-ка, шлепнулся и все. Блин, сейчас дойдем. Нет, 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 нет. Фу, надо подкрепиться. Падают, короче, из-под ног вот эти вот ерундовины. Ага, значит, вот сюда теперь идти. Ну, пойдем. Блин, босс будет. 100% тебе говорю. Маленький будет боссик здесь. А может быть не маленький, может быть даже большой. Главное вообще хотя бы пройти это подземелье. Твою ж налево. Я так и думал. Это зачарованные чудики. Ё-моё, сколько их там. Вот такие вот упыри придут тебе вместе с боссом. И потом бомби, бегай с них тут, отбивайся. Тихо-тихо-тихо, уходим, уходим, уходим. Они за мной по пятам просто идут. Манны нету, ничего нету. И как мне с ними тут справляться? Они не отстают. Так, подкрепились. Тут главное вовремя подкрепиться. Окей, ждем. Пёся, выходи. Нормуль. Шо, куда ты побежал? Иди сюда. Сразу он почесал. Так, у меня отравление. Поджёгся пукан, ё-моё. Слушай, так можно отдуплиться. Нет, надо ждать. Ждать, ребята, микстуры. Подожди, может у нас что-нибудь есть такое, а? Что за рукавицы? Урон в ближнем бою 19.35. А вместо нагинаты? Могильное проклятие. 27. 19.35, а здесь 37.54. Ну, согласись, параметром в любом случае нагината выигрывает. Что-то мне кажется, сейчас будет босс. Нет, не будет. Так, рассыпались, да? Давай этого ушатаем. Этих. Кнопка. Где-то опять что-то откроется. Пошли, пёся. Блин. Любители, а? Ловушек своих устраивать. Да чтоб тебя. Блин, у меня очень мало здоровья. Сматываемся. Пёся. Пёся, ты где, блин? Пёся уже, наверное, там ушатали, да? Так, хиляемся и наказываем. Завалил. Давай еще. Шикарно. Давай, 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 давай. Поднимайся сюда и бомбим без остановки. Так, зелье. Тут арбузик. Сундук. Хорош по псу стрелять. Нормально, наказали. Так. Что? Ой, крипак. И там крипер. И, по-моему, сейчас дорожка будет именно к ним, да? Так и есть. Так и есть, дорожка именно к этим крипакам идет. Ну хорош, отдуплитесь уже. Вон еще там. Хотел сказать несколько, но тут достаточно. Гори в аду. Так, он мне теневое зелье дал. Но я его использовать сейчас не буду, не, незачем. Все? Да, ну все. Не все. Слушай, надо посмотреть по карте. Сюда, да?
То есть это получается как будто... Ох, ё-моё, как будто кольцевая. Нет, тут надо вот так вот, ребята, применять. Магию. Лежит там, дергается. В лаву, говорю, иди. Фух. Так, сундук. Крипак. Фух. Да блин, вы подобрали плеть. Че это я сгорел, блин? А что-то я одного не понял. А как я должен туда пройти-то тогда? А, вот где. Да нет, тут лава тоже. По уголькам, что ли? Ходящие по углям приветствуют вас. Песи, выходи. Не прячься. Что тут? Падает все под ногами. Ну да, в принципе, скоро уже выход здесь. Вот он. Что? Что там заорало, зарычало? Кто там бомбит-то так? Фух, просто глянуть хочется. Я сейчас догляжусь. Песика нету. Есть магия. Что там? Я получил достижение какое-то. Куда ты его выронил? Так, о, блестяшки. Это и было их недостижение? Слушай, тут что-то их бесконечно, по-моему. Фу, я успел, ё-моё, ты видел, сколько у меня здоровья оставалось? Еще бы чуть-чуть и все, я бы отдуплился. Поехали дальше. Я еще просто не закончил здесь. Стрелы, видишь? Слушай, давай внимательно посмотрим. Все, я тут прошел. Сундук. Хм. Где это я упустил сундук-то здесь? А, вот где. Вот он. Красавец ты мой. Доспехи охотника. Ну все, ребят. Подземелку я пролутал. Давай смотреть, куда здесь идти. Один только путь, да? Вот сюда вот вниз. Погнали. Пёся, ты где там? Выходи. Ну что ты тут? Кстати, смотри, у нас уже опыта с тобой неплохо накопилось за прохождение подземелья, видишь? Еще немножко и левел ап. Где левел ап, там, а там ничего. Для прокачки нам нужно с тобой 3 левела получить. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Свинюшка, подожди. Да твали ты. Дай свинью бомбануть. Есть, успел. Что это у нее там? Еще одна плеть. Что за плеть, может глянуть, а? Сейчас разберемся с этими. Давай посмотрим, что за плеть. Плеть редкая. Редкая. В ближнем бою 86? Фига, 86. Так, ну давай просто прикинем. Как она хоть выглядит-то? Вот плеть. Чё-то как-то... Ну... Как-то я не знаю, ребят. Если ее, конечно, только прокачать. А что у нее там по скиллам? Давай-ка посмотрим у этой плети, что у нее есть. Ослабление, изыскатель и эхо. Потом идет притяжение, взрыв и искатель. Изыскатель. Я даже не знаю. Ну то, что 86 урона, это, конечно, прикольно. Фиг его знает. Ну ладно, давай, наверное, пока побегаем. Пока, посмотрим. Если нам зайдет, может быть, стоит ее даже прокачать. Но она редкая. Не какая там эпическая, легендарная, а именно редкая. Ну, с кактусами она неплохо справляется. Но она медленная.
У нас Нагината, согласись. Вот ты сейчас видел, да? Как, смотри. Давай посмотрим, как Нагината. Сейчас. Да, у Нагинаты размах побольше. То есть она может валить не одного врага, а сразу ряд просекать. Вот это, конечно, хорошо. Это большой плюс. Так, ладно, давайте посмотрим. Правильно идем мы с тобой. Все отлично. Все у нас хорошо. Да что ты будешь делать-то? Сколько у вас тут? Тихо! Справьтесь с засадой. Засада состоит из крипов, да? А это еще кто такой? Где мой пес? Смотри, что делает, а? Ирод. Не надо тут буянить. Ну-ка. Окей. Еще разок. Достали эти джунгли, Лиана. Тихо. Ну-ка, се... Блин. Так, зелье ускорения, отлично. Сейчас мы его добьем, друзья мои. Сейчас добьем, сейчас еще и песика позову. Ему сейчас быстренько... Что, с удара, что ли? Пса моего ушатал. Я боюсь всегда с ним драться. Готов. Успел. Да уйди ты, блин. Ох, ух. Мне же замерло все внутри, блин. Успел, чудом успел, ребята. Там два крипака было. Если ты не успел увидеть. И меня попался я в такую ловушку, что мне никуда не уйти. Опять? Нет, 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 нет. Ну не надо, блин. Кусты тебе мешаются просто. Новый уровень. Вот, фулл хп, отлично. Этот гад опять за мной привязался. Давай бомбить. Стрелы поднимем только. Нет, 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 не надо крипаки. Он вызывает именно их. У нас есть с тобой перекат, я про него совсем забыл. Да, точно, перекат же есть, ё-моё, как же я мог забыть про перекат. Смотри, застрял. На, как застрял, так и отвял. Да, и арбуз мне съесть. Да иди ты в пень, уже два. Ох, ничего себе, он мне прижучил. Ребята, сматываться надо. Это уже не смешно. Ну когда у меня хп-то... Вот он, хп-шечка моя. Так, этого шатать надо. Нельзя попасть под удар, иначе будет труба. Пес, отвлеки, пожалуйста, их. Да, недолго тебе хватило. Минус один. Что? Блин, опять у меня здоровья нету. Фу, идите по проходу. Сердечко-то у меня тикает, капает, стучит. Смотри, сколько здоровья осталось. Так, идите по проходу. Вначале мне нужно здоровье себе восстановить. Идите по проходу. Помнишь, как у нас было какое-то оружие с элементом вампирика? Вот это было классно. То есть мы с тобой потихоньку восстанавливаем здоровье, когда убивали врагов. Тут такого нету. Ну-ка, тихо-тихо, кто там кряхтит? Слушай, ну стрел у нас достаточно. Можно, в принципе, позволить себе тут побомбить. Нате, ловите. Шикарно.
Разорвало их там всех. А мы же уровень вроде бы получали, ведь так? Уровень получали, да, поэтому можно, наверное, на что-нибудь его потратить. Крипак. Побух. Тихо. Хорошо, что песик помогает мне, блин. Слушай, ну ведь это сено должно быть где-то со мной. Я ведь его не сдавал, ребята, вот оно. Давай просто проверим. Вот она, лама. Посмотрим, насколько она хороша. Ох, ё-моё. Тихо, уходим. Они ламу просто с удара сносят, ты понял? Пёс, выходи. Да, ну что это за монстры-то такие, блин. Какие-то теневые, можно их так назвать, наверное, да? Очень живучие гаденыши. И, наверное, очень сильные. Лама, выходи. Отвлеки хоть немножко. Даже ни одного еще не подбил. Один там уже практически, ребята, готов отдуплиться. И второй уже около того. Какой же я ватный, а? Вот судя по тому, как я с этими монстрами дерусь. Вата-ватой. Бери, как говорится, и разбирай. Короче, мне не понравилась эта лама. Какая-то фигня полнейшая. Что у нас такое? Так, шокирующий... Не, это шокирующий... Вот, пылающий колчан. Это ерунда. Или петарду взять. Петарда тоже, да, сколько она там? Урон в бою 40, а колчан 15 урона в дальнем бою. Да, наверное, мы возьмем с тобой огненные стрелы. Так, пес, выходи. Давай, возвращаться обратно. Блин, если такие дальше пойдут монстры, я не знаю, ребят, как мы тут будем вообще с вами справляться. Еще один такой же, а? Он хоть боится огня-то вообще? Нет, я вижу, что он как бы горит, все как полагается. Ну, магии он особо не боится, да, я смотрю? Твою ж налево, а? У него... Что у него? У него быстрая атака, да? Вот представь, если бы у меня бы не было, например, лука. Как вот с ним драться? Как с ним справляться? Я не знаю. Вблизи к нему не подойти, потому что он тебя запинает. Может быть, уклонение как-то, я фиг его знает. Через уклонение бомбить. Карту глянем. Карта здесь, конечно, огромная. И долгая. Опять так, крипак. Фух, запинали. Так, ладно, стрелы. Стрелы надо будет подобрать. Пес, ты что там делаешь? Кусты, что ли, бомбишь? Ну да, естественно. Лучше пойдет кустики побомбит, чем избавлять меня вот от этих вот зомбарей. Зомбарей, мертвяков и так далее. Выгоднее ему, а? Жулик. Так, мы с тобой спрячемся сюда и посмотрим. Здесь у нас закуточек небольшой. Кувшинчик типа защищаем, да? Подожди, а этот кактус еще наносит урон, оказывается? Ты понял? Кактус-то урон наносит. Кто там... Ну-ка, дай-ка я туда. Бубух, бампнуло. Ну, так, тихо, уходим. Дай-ка я возьму огненные стрелы. Арбузик. Они мне дадут арбуз там подобрать или нет?
Там еще и стрелы выпали. Как раз то, что мне нужно. Стрелы, арбуз и песика вызовем. Ты слышишь, что-то тут хрипит. Твою ж налево. Она отравляет. Это растение отравляет нас. И мы потихоньку с собой теряем здоровье. То ли болотники-то так скрипят. Тихо, уходим. Лучше не лезь на рожон. Я уже в этом убедился. Да что такое-то? Кто там опять? Отравляет меня, а? Да нету вроде никого. Фух. Готовы. Так, Так, они боятся, наверное, огня. Все растения боятся огня, ребят. Должны гореть идеально просто. Окей. Теневая форма. Да нафиг она не нужна. Теневая форма это. От нее никакого толку нету. Так, двигаемся дальше. Нет. Тихо! Крипак, 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 крипак. Ух. Еле успел убежать. По идее, зомби должны тоже довольно быстро сгорать. Но почему-то здесь на них нет. Не рассчитано, да? Такое. Динамит. Это пригодится. Так, с этим разберемся. Куда ты там спрятался от меня? Ух, ё-моё. Он так похож на обычного зомби. Вон он, видишь, идет. Как тебя, а? На, так. Что я сделал? Я хотел на самом деле стрелу применить вот так вот, огненную. Огонь не очень много наносит урона им. Так, что ты там стоишь? Встал и улыбается. Это что у нас тут такая за потайнушка? Ничего нету, да? Смотрим дальше. Я офигею, что такая карта-то здоровая. Пройдите каньон. Твою налево, блин. Каньон. Так, стрелы там, да, лежат? Стрелы это хорошо. 79 стрелы. Ёпрасоте, блин, вот и зашел. Сейчас бы хорошо, что песик меня, ребят, немножко здесь спас. Он взял, как говорится, на себя урон. Стрелы. Что перышко дает нам? Позволяет вам упасть сверху, оглушая, раскидывая врагов на своем пути. Фигня это полная. Взрывная сила динамита, заключенная в быстрой стреле. Попробуем, поюзаем. Вот, например, даже вот на этом цветочке. Сейчас, блин, поюзаем, так поюзаем. Подожди, а почему? Что-то срабатывает как-то непонятно. Должно было взорваться, но нифига, он стрелял почему-то обычными стрелами. Давай. Мой герой может стоять на месте и бомбить? Или ему обязательно нужно идти вот туда, вот именно в эти шипы, в кусты, чтобы его бомбили лишний раз, а? Вот ты мне объясни. Какая же долгая карта, а? Я прям не ожидал, что она такая будет большущая. Вначале нам, да? Маленькие карты, подавайте больше. Вот тебе больше. Получай, наслаждайся, играй. Так, давай глянем. Проверим с тобой здесь. Кто там уже идет. Уходим. Получил свое. Так, здесь у нас. Давай его накумарю. Так, бриллиантики получили. Ну и двигаемся с тобой дальше. Зомби улетел. Так, крип.
Хм. Я пойду туда, куда не указывает мне цель. То есть, если мне нужно идти туда, я пойду вот сюда. Назло. Уйди ты! Окей. Так, еще раз глянем. Угу. Что это такое? Я не понял. Фига, я думал, по небу, что ли, ходим? Нет, ребят, просто так выглядит заросли деревьев. Крипак. Да ё-моё, прям откуда ни возьмись берется, а? Ох ты. Таинственные доспехи. По-моему, петарда это еще больше шлак. Тебе так не показалось? Петарда. Упс, крипак. Пес, займись-ка им. Ладно, мы с тобой здесь проверим эту обстановку, полностью прошуршим. Чтобы не было, так сказать, вопросов у нас с тобой, да? Может быть, здесь что-нибудь и лежит, кстати. Ух ты! Смотри-ка. Фига, это что? Оу, что там? Кулаки души уникальные. Ну-ка, 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 ну-ка. Ёпарсете. Так, урон в ближнем бою. Критическое усиление душ. Сокращающее комбо. Сбор души, так, кулаки души. Это рукавицы с прекрасными самоцветами, каждый из которых содержит могущественную душу. А вот это вот, наверное, надо попробовать. А вот что прокачать? Давай посмотрим. После победы над бобом вы получаете шанс вероятностью 10% кратковременно повысить вашу скорость атаки. Так, сковать цепью, это у нас на Геннадии есть. Собирайте мощь зомби. Нет, изумруды это мне не нужно. Добыча, так, выпадение расходных материалов из зомби. Так, последняя атака в комбинации запускает ударную волну, наносящую урон врагам. Побежденные мобы взрываются. Хм, давай-ка, наверное, вот это вот выучим с тобой, да? Просто посмотрим. Фига себе, вторая уникальная шмотка за всю игру. Подожди, какая вторая? У нас с тобой Нагината же тоже уникальная. Третья, получается, у меня броня. Кто там? Ох, ничего себе, он бомбит, но... Быстро, я не спорю, но, по-моему, маленький урон. Дай-ка я гляну, куда. Ага, здесь еще можно немножечко... порыскать. Ну, как бы по скорости я не спорю, все хорошо, но черт узнает, всегда тяжело привыкать к чему-то новому. Вот если бы он с такой атакой бы еще себе делал бы вампирик, да, восстанавливал за каждый удар здоровье, ты представляешь, как это было бы круто. Мы, считай, были бы просто бессмертные, бомбили бы врага и не успевали бы, как говорится, терять хп. Значит что, нам остается только одно, вернуться. Вернуться и дальше вот там вот проходить, откуда я отказался. Ладно, посмотрим. Так, пройдите каньон. Вроде бы как каньон я уже прошел, да, получается. Кто там опять скулит? Опять крипаки. Да дуплитесь вы уже, а. Твою же налево, чуть было не подпалил меня. Эть. Тихо-тихо-тихо. Хух, успел. Зомби в броне. Фига. Уходим. Да хватит вас столько много-то. Блин. Слушай, да я петарду эту поменяю к ядрене фени. Достало. Ух ты. Таинственные доспехи? Кто тут? Фух. Вот, друзья мои, вот что могло бы сейчас быть. Взорваться мог бы. А подбил бы меня крип, про которого я и говорил. Смотри, в безопасном месте. Вот, сейчас бы было бы. Что же это за таинственные доспехи? 88 здоровья. Так, шансы
избежать попадания 30%. Урон от артефакта 50%. Я даже не знаю, выглядят, конечно, неприкольно. Вы восстанавливаете небольшое количество здоровья за каждую сотню исследованных на карте блоков. Чё себе. Уменьшает время перезарядки между использованием артефактов. А, так, происходят взрывы. Кувырок ускоряет вас на 3 секунды. Если у вас полное здоровье, вы наносите повышенный урон в ближнем и дальнем бою. Слушай, ну как бы доспехи так прикольные. Я даже не знаю, что сказать тебе по этому поводу. Все это нужно тестировать. Ну, в принципе, кулаки мне вроде как зашли. Ну, что у нас там по карте? Я не знаю, как мы с тобой будем... Ага, крипак ползет. Как мы будем с тобой справляться с боссами? Такими кулаками. Бомбить, если надо будет, только впрямую, да? Вплотную. Ну, да. Еще бы их прокачать, конечно, бы не помешало бы эти кулачки, и все. Единственное, что у нас с тобой нету цепи. А цепь, знаешь, чем плоха? Что мы не можем обездвижить врагов. Давай-ка мы, наверное, с тобой все-таки возьмем Нагинату. Урон меньше, конечно же. Бубух. Урон меньше наносит. Но вот эта вот цепь иногда помогает очень хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай. Уничтожаем, уничтожаем это все. Хорошо бабахнуло. Ну, я-то хотел поменять. Песе, ты где? Как всегда, где-то там отдыхаешь. Давай тут так вот бомбанем с тобой. Ее просто здоровья очень мало. Отравляем. Отравляемся, да? Где у нас там талисман-то наш? Который восполняет здоровье. Погоди, я совсем не то хотел поменять. Здесь мы с тобой... Ну, вот так вот сделаем. Наоборот немножко, да? Восполним немножечко с тобой ХП. Кстати, скоро уровень получим. Скоро. Погнали. Блин, это отравление их нет. Посмотри, как оно бомбит. Очень сильно отравляет. Буду издалека бомбить. Быстрота. Там еще не меньше. Впереди, посмотри. Сколько этих шитиков там стоит. И крипак там ходит, тусуется. Слушай, это какие-то другие, по-моему, растения-то, да? А, они когда закрыты, они не получают урон. Ну, получают только маленький. Они должны быть именно раскрыты. Только в этом случае все отлично и хорошо. Крипак опять там ползет. Ну, посмотри на него, а. Нет, парень. Ну, хорош, ну, успокойся. Сразу завалил, а. Застрял, что ли? Мне это выгодно. Твою ж налево. Сейчас я его добью. Все. Доигрался хлопчик. На гитаре. Так, двигаемся дальше. Что-то свою пасть-то открыла здесь, а? Чумное это растение. Пес, давай, выходи. Хорош там прохлаждаться. Подбини, подбини. Там опять их целая куча, а. Опять у нас отравление висит. Так, видишь, когда мы с тобой вот эти вот цепи вешаем, сделать они абсолютно ничего не могут, эти растения. Ну, они как заколдованные. Обездвиженный, ничего не делает. Ё-моё. Фух, опять же мне повезло. Господи. Сложно-то как. 11 стрел всего лишь у нас с тобой еще осталось.
11 стрел, да, слишком сильно тут не забалуешь. Уходим. Так, ну что у нас там, пробирка-то откатится или нет сегодня? Промахнись. Ну давай ты уже. Так, это кто у нас там бежит? Это кто такой? Ты посмотри. Какой-то новый чувак. Он, кстати, знаешь, что делал? Он бегал и рассаживал вот эти вот растения. Вот он, по-моему, да? Нет, это скелет. Ну, забомбили. Тихо, не упади, главное, мне здесь. Слушай, по-моему, там опять кто-то кряхтит. Скелет по смыткам? Ну, я так и думал. Блин, я так и думал, что какое-нибудь говно здесь увижу. А я не могу попасть? Могу. Только не прыгай сюда, пожалуйста. Заклинило, да, тебя там, парень? Фух, нормуль. Пока все хорошо. Так, двигаемся. Потихоньку крипак. Вот, видишь, связаны. А теперь... Блин, да это что? Сколько стрел? 37 штук. Это обычный зомбарь. Блин, вон он тот охламон, ребят, который рассаживает растения. Ну что, попробуем его завалить. Песик, выходи, пожалуйста, а? Давай, давай, отлично, мы его подбили. Уходим. Нифига, нету заросли понаставили. Блин, стрел вообще не осталось. Так, крипер. Джипер. Теневое зелье. Он меня не увидит, да, пока его не начну атаковать. Окей. Хорош. Сматываемся, ребят. Что он там вытворил? Видел, какую-то кислоту пульнул. И началось тут. Так, надо подождать маленечко, переждать. Ищите храм. Я должен найти какой-то храм. Храм. Еще буквально чуть-чуть и уровень получим. Окей, подбил я его, да? Стрелы закончились. Вот и все, ребят. Ну, пес-то у меня не отчаивается. Так, зелье силы, да, взял? Пока оно у нас активно, надо их тут разобрать. И опять придется ждать. Что-то очень медленно накапливается, конечно, энергия у нас с тобой. Очень медленно. Погнали. Так, надо еще раз глянуть. Какой глянуть? Крипер там идет. Все, песик доигрался. Так, можно здесь проверить маленечко. Ага, я понял. Твою же налево. Смотри, что творит. Вот, кстати, друзья мои, знакомьтесь, это у нас местный, так скажем, маг. Он идет как маг. Он также делает преграды. Это шлепок, а? Он люлюкает, то есть я не могу к нему подбежать. Или могу? Вот так вот я его наказал. Так, это все, мы с тобой чикаем здесь. Песик, давай, помогай. Нам надо с собой разобраться вот с этими растениями. Угу. Так, подхил. Уровень, да? Отлично, друзья мои. Так, ученик-авантюриста. Достижение 25 уровня.
Ученик авантюриста. Может быть, перчатки нам прокачать, а? Как ты думаешь? Ага, опять. Блин, они почему-то все стреляют по мне. Не по псу. Яблочко я успел схватить. Я их тут. Пес, давай, бомби. Смотри, он спокойно бомбит. Они только на меня реагируют почему-то. Так, ладно, придется подождать, когда энергия накопится. С манной вообще просто беда. Не хотит копиться и все. Ладно, я пойду вот здесь вот. Стрел нет, этого нет, блин. Делись, как говорится, как хочешь. Он сам ко мне бежит. Окей. Лучник. Давай, 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 истребляем эту всю шелуху. Так, там опять этот цветок. Пёся, будешь с ним разбираться? Чего, найдите ключи. Это, как всегда, бой, да, у нас будет здесь? Мне кажется, сейчас будет босс. Ну, мини-боссик какой-нибудь. Или нет? Или нет? Ушатал. Там кнопка. Готово, да? Тут, кстати, тоже кнопка. Сейчас мы ее с тобой активируем. Ага. Какая-то загадка. Какие-то надо физиономии здесь поставить. А вот какие? Может быть, вот такую нужно поставить рожицу? Сейчас посмотрим, есть ли она вообще здесь. А-а. Такой рожицы здесь нет. А тут разные. Хм. А где можно посмотреть подсказку? Ладно, давай мы с тобой сюда вот пройдем, посмотрим. Может быть... Что это? Понятно. Это улюлюканье ихнее, да? Да блин. Чего вы там скрываете, а? Говнюки мелкие. Что-то там у них есть. Они меня туда не хотят пускать. Да и стрел у меня нет. Вот что, крипер. Вот, кстати, идти туда к ним опасно, когда крипер. Хм. И это растение еще здесь. Да хорош там уже колдовать. Наколдовывает. Давай, 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 бомби их, малыш. Уходим, уходим, уходим. Дай-ка я заклинание. Блин, ты достал же своими магиями, шаман фигов. Подхил. Ну-ка. Есть. Ах. Да, сложнее, конечно, стало. Или я просто слабак. Без прокачки. Какой там у меня уровень-то всего лишь? Подбил. Окей, здесь тоже справился. Остается один. Так, смотри, в чем прикол здесь? Наверху. А что? Нам нужно как-то эту штуку спустить, верно?
Верно. А для того, чтобы спустить, нам нужно с тобой найти ключ. Найти ключ. Вот, вот что здесь надо выставить? Какие эти? Ну, согласись, так это бесполезно. Может быть, здесь есть одинаковые какие-то рожицы? Давай-ка глянем. Так, это удивление. Так, улыбочка. Я не знаю, есть ли там улыбочка. Что это за физиономия, скажи мне на милость. Так, это какой-то типа испуг. Это типа удивление. Волк. Слушай, ну у меня волк, пойди. Может быть, оставить волка и еще что-нибудь поставить туда? Видишь, подсказки я не вижу. Ее тут просто нету. Ее тут просто нету. А должна быть, по идее. И опять же, если мы с тобой откроем, да, то точно здесь голова вот эта опустится. Гигантская вот эта вот. Смотри, а тут можно, кстати, посмотреть. Вот тут рожица вот такая вот, да? Не знаю. Так, ребят, пойду-ка я, наверное, кофеечку быстренько дряпну. Надо гадать. Надо вот здесь вот как-то гадать. Где подсказка, а? Я просто смотрю на самый верх и ничего не вижу. Вот тут вот физиономия такая. Ну и что у меня от нее? Ни холодно, ни жарко. Кнопку он не хочет нажимать. Песик. Ладушки. Может, я невнимательный, нифига, а? Давай-ка еще раз посмотрим. Здесь где-нибудь в округе. Так, у нас по карте только лишь сюда вход. И все, больше ничего нету. Хоть какую-нибудь подсказочку, а? Хоть какую-нибудь. Ничего нету. Сидит чувачок. Вот с такой вот физиономией, да? По-моему, я видел там именно такое изображение. Сейчас попробуем поставить его. Попробуем сейчас найти. Так, это у нас вообще просто глазастый чувак. Слушай, а вот такой вот здесь, по-моему, есть, да? Или нету? С криком именно. Ну-ка. А, двери уже открылись, елки-палки. А как ты так чисто наугад? Найдите. Да нет, 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 нет. Справьтесь с засадой. Угу. Без стрел, без всего. Справьтесь с засадой. Одна волна справилась, да? Уходим. Давай-ка так с тобой применять. Командир скелетов. Готов. Так, это у нас теневое зелье. Зачем вот мне здесь теневое зелье? Так. Нет. Нет, 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 нет. Ну это перебор. Друзья мои, это перебор. Я могу туда. Ну а смысл мне туда бежать? Энергии нету. Господи, как я буду тут справляться с ними? Не надо обходить. О, застрянь там, пожалуйста. Застрянь. Чё? Блин, горелый. Иди сюда, зомби. Ой, крипер. Последний шанс, ребята. Последняя жизнь у меня. Вот так вот крипер, называется, ко мне подскочил. Я даже не успел пса выпустить. Да что там пса, я не успел хильнуться даже. Сюда они тоже пойдут, они бегут за мной. И вот здесь вот я должен с ними драться. Зашибись. Просто здорово. А там крипаки, да?
Нифига не ударили. Да ты будешь перекат-то свой делать. Все, ребята, трындец. Конец игры, возвращение в лагерь. Ну что, друзья мои, вот у меня и вторая попытка. Давайте-ка попробуем здесь пройти. Получится у меня или нет, я не знаю, но надо стараться. Так, что нам тут выбрать надо? Двери открылись? Открылись. Если я нажимаю кнопку, здесь выбегают эти чудики, да, и бегут за мной. Стрел у меня всего лишь 7. Нажал. Нажал ведь, да? Побежали, побежали отсюда к ядрене фени. Нам тут засады не нужны. Так, пускай они тут горят адским пламенем. Че, уже так быстро мою собаку завалили? Че же вы так делаете-то, а, ироды? В принципе, с этим-то можно и так сразиться. Здесь ничего страшного. А вот которые сейчас побегут, это, да, будет плохо. Мы их сейчас этих подожгем. Запинаем. И теперь сматываемся. А че я так медленно иду? Почему я так медленно передвигаюсь? Объясни-ка мне. Что это за проблемы такие? А, паук еще тут. Да чтоб тебе. Так, ладно, с этими разобрались. Лучники еще паршивые. Так, ты что там застрял-то, а? Готов. Пока я, ребята, проходил, вы сами видите, да? У меня уже 27 уровень. 2 левела я поднял за это время. Так, сейчас попробуем здесь справиться. Давай, наверное, подожгем. Самое противное будет, когда сейчас выйдет еще одна волна, и здесь будут эти гиганты. Вот, вон они уже вышли. Блин, а мне и стрельнуть-то нечем. Здорово. Да, ничего не скажешь. Так, это первый. Потом, по-моему, будет еще два, да? Если я не ошибаюсь. Так, ладно, попробуем его немножечко подбомбить. Подбомбил, сейчас отдуплюсь, вот что будет. Ё-моё, надо бежать отсюда со всех ног. Слушай, я тут половину врагов, по-моему, не убил. Вообще, по-моему, в тупик, да? Нет, все нормально. Или тупик? Нет, все хорошо. Здесь вот мы можем пройти. Слушай, он застрял, да? А он застрял, и это круто. Потому что мы теперь сейчас можем его... А как мы его сможем? Мне до туда не достать. Угу. И чему я радуюсь, извини меня? Дай-ка я так попробую сейчас. Опа. Горит хоть? Я попадаю, нет? Попадаю, но урон вообще ничтожный. Если посмотреть. Ладно, пускай горит. Пса вызывать, я думаю, не стоит. Он его распетрушит. Так, что у нас есть? Вот такое вот, да? Может быть, попробовать? Ну, это, кстати, по 35 урона наносит, да? Смотри. Все, энергии нету. Уйди. Уйди от меня. Так, с ним что-то как-то не особо забалуешь здесь. Сейчас я, блин, доиграюсь. Сейчас я доиграюсь. Давай его подожгем. Есть, сгорел. На работе. Так, с одним справились. Но это на самом деле все ерунда, потому что впереди-то еще сколько их будет. Кстати, может быть, нам тотем вот этот поставить. Регенерации 59 здоровья вылечивает и 25 с отката. Хм. Вот это явно нам не нужно, потому что легкая удочка, какая-то фигня на самом деле. Так, вы можете потратить души, чтобы вызвать удар молнии по площади. Причем удар молнии по площади идет туда, куда мне не нужно. Вот в чем проблема. Так что, наверное, мы не будем даже брать. Вот фейерверк, фейерверк, да, пригодился бы, наверное. Ну что, пойдем с собой допинывать. Одного уничтожили, и как минимум еще там двое будет. Отоприте шлюз. Вот мы и пробуем с собой отпереть. Кнопку-то я нажал. Воу-воу-воу-воу, ничего себе их там, смотри сколько. Ну да. Взорвались. Так, вот еще один, ребят. На, гори. Если он так же застрянет, как тот, будет классно. А если нет, будет печалька. Уходим, уходим. Как я шел-то? Сюда, по-моему, да? Вот сюда. Потом я спускался. Вот здесь он застрял. Застрять должен. Проверим. Застрял? О, и отлично.
Слушай, не надо. Да ё-моё. Твой южнолево, ты видел, сколько хп мне осталось? Давай его поджигать тогда. Просто без риска. Пса выпускать, он сразу его раздавит. Это бесполезно. Ну вот если только так, по два удара делать. Сейчас он сделает прыжок свой. Хорошо, что здесь узкое место, и он не может пройти. Я могу его вот так вот бомбить. Лук у меня новый. Даже я бы сказал, не лук у меня. Точнее, не арбалет, а лук. А до этого был арбалет, вы помните, да? Я его разобрал, ребят. Нечаянно причем. Ну что, с этим справились, погнали дальше. Вызываем пса. Эти уже, смотрите, здесь гуляют вовсю. Вовсю прохлаждаются. Главное не напороться на крипа или еще кого-нибудь. Окей. Так, давай-ка стрельнем. Все, разобрались, да? А там, по-моему, еще будет. Что-то мне... Ага, вон он стоит. Их даже двое. Их даже там двое. Вот они сейчас за мной-то и ломанутся. Со всех ног. Какой двое? Там четверо! Ты прикинь, их четверо! Сматываемся, короче. По тому же принципу, да, ребята? Если я не могу сразиться с ними, как говорится, в честном бою, будем в нечестном драться. Так, ну что, он здесь застрянет? Должен, да? Застрял. Побомбим. Так, у меня еще и обычные стрелы, оказывается, есть. Как-то попадаю периодично. У меня, ребята, есть бесконечность здесь. Такая штука, которая... А взамен потраченной стрелы возвращает мне другую. Вот этим надо как бы пользоваться. Ну и где он там дальше? Их должно быть двое. Вон он. Они что, застряли все там? Так, начинается, да? Конечно, конечно. Так, уходим, уходим. Так, а ты представь столкнуться с ними где-нибудь в закутке. Они же разберут меня на изи просто. Без проблем. Если я вот так вот не буду делать. Тихо, отходим. Так, он по мне даже не попадает, и это хорошо. Есть, еще один. Так, погнали за следующим. Там еще, по-моему, осталось двое. Последних. Ну, а с обычными мобами, я думаю, мы с тобой вообще справимся на изи. Никаких там проблем не должно быть у нас. Ну чего ты там кочеврижишься, а? Браток, все, стрелы кончатся у меня. Да, их там двое. Опа, прорвались. Гори в аду. Еще гори. Да сгори ты, упырь, а. Он, по идее, травяной. Ему должно быть дамага наноситься. Я не знаю сколько, а он ничегошеньки вообще не получает. Ну что, ты застрял? Сейчас мы тебя здесь, парень, разберем. Так, достану. Так, сейчас он сделает удар. Отходим и добиваем его. Твою ж налево, блин, такие добития могут плохо кончиться. Дальше продолжаем. Последнего сейчас убьем. Надеюсь, что это последний. Я в это свято верю. Так, он что? Я не понял. Капитально? А, нет, вышел. Вышел. Я думал, что он капитально застрял. Да хорош ты прыгать. Тут даже если ты будешь от него увиливать, да, откаты, перекаты. Опять же повторю, перекаты имеют способность перезаряжаться. То есть ты не можешь их делать здесь бесконечно. Ты сделал кувырок, и придется ждать. Пока ты ждешь, на тебя второй прыгает. И таким способом они тебя просто разбомбят здесь. Вот и все. Вот самый эффект — это вот так вот бомбить. Раз-два, отходишь. Раз-два, отходишь. Раз-два, отходишь. Но опять же, это один на один. Когда их целая куча, это, ребят, бесполезно. Это плохо кончится, поверь мне. Ну или, конечно, если у тебя супер-пупер шмотки, и ты можешь
вот такого вот травяного чудовища уничтожить с двух ударов, то, конечно, тогда и нечего тут бегать и юлить. Накатил, как говорится, и все. Ну, у меня такой возможности нет, поэтому мне приходится вот так вот потихоньку, полегоньку. Ну да, все, остается расстрелять вот этих мобов. И мы с тобой откроем тот самый шлюз, который требует от нас. Так, ну что там? Травину, успокойся. Окей. Опять же, не стоит забывать, ребята, за своим здоровьем, потому что здесь растения, которые наносят отравление. Еще неизвестно, последняя ли это волна, потому что можно так забомбить, например, этих мобов. Да. Погоди секунду. А если мы с тобой открыли шлюз, да? Объясни мне тогда, зачем вот здесь находится вот эта статуя? Для чего? Погоди-ка. Слушай-ка, а ведь что-то здесь можно сделать. Хм. Погоди-ка, может быть, нам нужно зайти туда что-то сделать, и после этого откроется здесь? Ну, как вариант, может же быть такое? Вполне. Так что давай зайдем и проверим. Ну? А, мы прошли с тобой уровень. Путешествие только начинается. Вредоносный осколок лежит где-то глубоко в самом сердце джунглей. Да неужели? Ё-моё, 27 уровень. Стрел попало. 1500. Побеждено мобов 65%. Урона нанесено 209 тысяч. Потеряно игроков 2. Жесть. Ну что нам здесь выпадет? Покажи, пожалуйста, мне. Ага, вкусная кость, 34 уровень. Слушай, ну это зашибись на самом деле. Это очень круто. Мы с тобой еще набили 588 гемов. Так что эта кость, ребят, по-моему, да, смотри, у нас 20, а тут 34. То есть 89 урона призыва, а здесь было 48. Слушай, ну это, конечно, хорошо. Эти рукавицы мы с тобой разбираем, они нам не нужны. Очень много всякого ненужного лута я набрал. Сам прекрасно видишь. Так что это все разбирается. Тяжелый арбалет разбираем. Вот я не знаю, ребят, вот эти вот, вот, короче, доспехи эти, не знаю, качать их или нет. И перчатки вот эти уникальные, да. Вот хочу поменять вместо алебарда, ну понимаешь, точнее, на гинаты. Но дело в том, что, смотри, урон в ближнем бою-то понятно маленький, но дополнительный урон нежити идет, да, здесь, как спецнавык. И повышенная дистанция ближнего боя. То есть мы с вами, ну, просто офигенно наяривать начинаем. Перчатки тоже хороши, но если выбирать с нагинатой, у нее размашистый удар, она задевает несколько противников впереди себя. Перчатки бьют только по одному противнику, как бы. Но зато у них, извини меня, очень сокрушающий комбо, очень быстрая скорость. У тех размашистый удар, а у этих очень быстрая скорость. Видишь, да, по скорости как? Но моща тратится и область поражения. Так что, вот, ребят, не знаю, что бы вы на моем месте сделали. Ну что, мы давай зайдем к кузнецу. Может быть, попробуем. Получено лук. Но я еще хочу проверить. Мрачные доспехи, это ерунда какая-то. Да что ж ты будешь делать? Кузнец, хоть раз что-нибудь нормальное сделай. Нифига не хочет, понимаешь? Не хочет. Ну, а ты артефактик какой-нибудь классный сделаешь. Превосходную пшеницу он сделал и все сказал мне на этом, да? Закончилась у него деньга. Так, это мы разбираем. Ерунда какая-то, тем более. Так, мясо тоже убираем. Так, вы восстановите небольшое количество здоровья за каждую... А, за каждую сотню. Бред какой-то. За каждую сотню мобов. Да ты их задолбаешься тут убивать. Согласись. А эти, по-моему, абсолютно одинаковые, да? Два лука, два арбалета. Так, этот артефакт можно разобрать. Ну, как-то так. А что у нас там открывается? Ребята, заросший храм. Ну, я думаю, что им займемся мы уже в другой серии, потому что и так 50 минут тут бегаем. Плюс еще я, ребята, останавливал запись и вне кадров, естественно, проходил еще. Это плюс... Еще 40 минут, короче, дофига вышло по времени. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.